Добрый вечер, дорогие друзья. Я нахожусь в торгово-развлекательном центре «Мандарин», недалеко от отеля «Фестивальная». Только что искупалась, пытаюсь согреться. Погода сегодня выдалась прекрасная. Сегодня 24 сентября. Остальные дни, вся неделя с дождями, поэтому я не пустила момент и также ездила. Еще вот этот день магазин, но будет позже обзорчик. Хочу показать вам вечерний мандарин. Для тех, кто не знает, а кто знает, то это очень прекрасное место находится в Адлере. Можно сказать, что это такая тоже одна из уже даже достопримечательностей. Она Бестужева 1/1. Чем же здесь это, так сказать, популярно, да, здесь зимой и летом? Праздник, работают рестораны, кафе, ночные заведения на втором этаже, есть стрип-клубы даже для женщин, для мужчин, на разные. Ну, больше для мужчин, конечно, для женщин, это я так уже сказала. Ну, вообще здесь можно вот всегда погулять, везде играет музыка, зайти в какой-нибудь, даже вот такие вот уличные есть кафешки. Также тут много бутиков, разные даже так люди играют, всевозможных развлечений, магазинов, ну, очень много всего. И в теплое время тут дискотека на пляже, чем мне очень тоже нравилось. Ну, этот сентябрь у нас нестандартный, не характерный. И я приехала больше погулять, поплавать, ну, потом покушать. Вот такие вот всякие там 3D развлечения. То есть каждый по себе найдет здесь развлечение. Также здесь есть прекрасные отели, гостиницы, шикарные, даже так скажем, и прекрасные рестораны. Ну, мне есть, конечно, любимые местечки, которые тут очень нравятся. Это тот же Сарган, это тот же Виноград, Вода, ну, такие рестораны, кафе по-разному тут. Мне очень симпатизирует. Ну и также, я говорю, тут всегда очень приятно прогуляться, всегда люди, оживленность какую-то чувствуешь, здесь живет, так сказать, район и город. Вот тоже очень ресторанчик неплохой. Но ресторанов много, да, я еще не во всех прямо была, да, скажу я так. И мне здесь очень нравится, но хоть я живу относительно недалеко, вот можно так на улице посидеть, но так как я после моря, я все-таки буду думать, где я буду сидеть, чтобы все-таки в закрытом, да, помещении. Ну, всегда как вариант, есть закрытый, есть открытый очень часто. Ну, и так как я сказала, живу недалеко, но в то же время, ну, и в Америке обычно, да, я у нас там, где живу, там и отдыхаю. Ну, и тут очень прекрасно. На самом деле, я говорю, если хотите повеселее, для тех, кто не знал, или кто знает, там, ну, кто знает, и так знает, кто не знает. Всегда туристам советуют и таксисты, и вообще люди, то есть ездите в Мандарин. Просто называют Мандарин Адлер, да? Ну, это торгово-развлекательный центр. Долго пыталась, кстати, тут у местных спросить, как называется рядом речка, хотя я, в принципе, знала, да, что там Зинта. Ни один человек не сказал мне, никто не знает. Вот такое вот удивление, дорогие друзья, о том, что люди мало вообще знают свой город. Хоть я тут и 5 лет живу и стараюсь что-то узнать. Конечно, я не все знаю, далеко не все. И много чего еще нужно узнать. Но мне интересно лично, как для меня. Потому что я сама с Прибалтики, может, рассказывала. Потом я и в Москве жила, и на севере жила. Ну, вообще путешественник. То есть много разного всего видела. За границей много где была. Ну, Сочи я обожаю. Это вообще мой самый любимый город. Мне здесь очень комфортно. Единственное, что на погоду, конечно, не знаю, тяжеловато бывает, когда смена резкая погода. Ну, это уже другие нюансы. Смотрите, какая тут прекрасная ночная жизнь. Будет дневной обзор, насколько по-разному смотрится день, насколько по-разному смотрится ночь. И люди с детьми тут гуляют, и молодежь, и взрослые, и подростки, и компании. Каждый себе находит какое-то развлечение на вкус, так сказать, не ценит. Можно просто что-то, да, купить и на улице, и также под пальмочками сидеть,
наслаждаться KFC. Макдональдс тут есть для тех, кто любит все это дело. Ну, то есть, я говорю, на любой вкус. Все светится. На втором этаже так там вообще, говорю, много заведений. Различных. Девушкам там вход бесплатный до 12. Мужчины платят. Вот так. Вот есть барчики, есть чистоколы, есть вода. Вот мне нравится, да. Ресторанчик какой. Также вот можно, я говорю, чем хорошо, что здесь очень много заведений под, фактически под открытым небом. Да, тут прекрасно, шикарно. Я еще хочу прогуляться. Наплавалась. Хочется прямо. Ну, вода, хочу сказать, относительно, не могу сказать, что она теплая, что она холодная, градуса 22 где-то была. Ну, у меня прям было настроение искупаться, обычно я говорю, я до декабря купаюсь, а тут такое впечатление, что уже декабрь наступил, вот честно. Не было даже такого холода, прямо холодно. Но сегодня солнышко светило, поэтому не я одна, много кто купался, и такой, когда солнышко село, тучи и дождик пошел, уже потом немножечко, то как-то уже не было такого веселья, ветер подул. Ну, в общем, я поймала свой момент, я стараюсь и всем советую, если видите солнышко, немножко тепло, сразу купайтесь. Вот здесь вот такой вот мандарин пляж. Ну, это такой, как дискотека как раз на пляже. Популярная, тут всегда вот как бы тепло, народ прям отдыхает. Ну, сегодня что-то не так прям много народу, но хочу сказать, что по ресторанчикам люди сидят. Сидят и так сидят, и гуляют, видите, с колясками, и на велосипедах, на самокатах. Многие вообще приезжают из других, да, даже районах. Кто-то прям по морю передвигается, почти так можно сказать. Ну, вот такая красота, мне очень нравится, что все так красиво тоже, как за границей реально, все так светится по-европейски. Разные магазины работают. Кто-то тут что-то читала, да, в других этих, кто снимал, ругает. Ну, знаете, придраться ко всему можно. Я всегда вижу позитив. По факту тут все чисто, красиво. Играет музыка такая разная, да. То есть можно для себя выбрать какое-то заведение, а можно и не выбирать, просто прогуляться. То есть купить какой-то бутерброд и идти гулять. То есть вариантов масса. Поэтому я не знаю, кого что там не устраивает. То, что все магазины, да, как там говорят, не работают. Ну, тут хватит. Хватит пару магазинов, чтобы себя одеть. Не обязательно вы все прям заходите. Вот такие вот красивые рестораны, видите, зеленые, обставленные. Изумительные. Также, я говорю, там на второй этаж мы сегодня не пойдем. В принципе, там ночные заведения чуть попозже надо. Сейчас у нас только-только стемнело, хотя рано темнеет. Время где-то 7 часов, да, где-то так. Ну, очень мне нравится этот район. Тут действительно превосходный. И тут и Чехана, да, Инжир. Ну, много ресторанов. Если не перечислишь, фонтан очень великолепный, светящийся, красивый. Вот эта сыроварня, мне очень нравится тоже ресторан. Ну, вообще, каких я была, мне, то есть, не было каких-то там, да, нареканий. Везде очень вкусно, качественно, следят за обслуживанием. За обслуживанием, так как действительно, ну, такой район считается, и место очень такое хорошее, престижное. Хозяин тут тоже человек такой, да. Ну, то есть, люди заинтересованы в том, что будет приходить, я так скажу. Старается. Вот этот прекрасный фонтан. Где-то взрослые фотографируются. Каждый год тут добавляют разные всякие светляшки к новому году. Поэтому, я думаю, что буду делать обзор немножко. После купания сейчас прогуляюсь в каком-нибудь из ресторанов. Выбор, слава богу, тут хватает. Ну, сегодня, возможно, пойду этот Сарган, я люблю и прочее, прочее. Ну, мне говорят про кухню, хотя я хочу сказать, мясо, мясо, стараюсь меньше есть. Это очень важно, не заморозка, а именно свежевыловленная. И большой разнообразный выбор. Ну и также, конечно, видите, сколько тут все оформлено, сколько тут все красиво, зелено, фонтаны разноцветные. Людей очень много гуляет, уже, конечно, люди ходят. И такой рок-бар есть такой для любителей, более так сказать.
куда-нибудь типа подальше, уже не хочется отсюда уезжать, хочется гулять. Вот, ну, так, туда нужно там на лавочках, там просто стоять, там такая спокойная, гармоничная обстановка. Даже если кто-то там выпил, ну, то есть я не видел, что кто-то что-то больше расположил. Смотрится по-европейски, вот эти большие ресторанчики, мне очень нравится, что такое большое здание, все красивое, очень уютное, и самое главное, что и вкусно, прекрасно обслуживание. В любом случае, с пациентом тут было везде, очень бережно, внимательно, ну, хочется, конечно, оставлять, оставляешь чего-нибудь. Ну, я говорю, я когда еще буду расставать, хочу как-нибудь в бассейне, гостиницу тоже снять. Там уже как-то будет прохладнее. Ну, уже все прохладно, да, как я говорю, Даш, все время, я на чайке была, я с чайкой. То есть, Даш, мне дали немного какой-то здесь, да. Ну, все, я не знаю, как это называют. Ну, я чайки называются, потому что там Но, в принципе, я говорю, можно пойти в Мандарин, где там прекрасные лежаки и прочее. То есть, ну, сейчас уже холодно, поэтому, не знаю, кажется, тут люди многие тоже сидели сегодня на мешках, на лежаках, просто смотрели на море. В основном, конечно, в одежде были люди. Но были такие, как я, которые купались, хоть уже, честно, не тепло. И также, да, такие туалеты можно найти в разных местах, районах, так что комфортно очень. С детишками очень, да, люди сюда приезжают, вот есть и детский, кстати, парк. Очень так нормально, красиво, да, засажено. Вот сюда приезжают такси, очень удобно вызывают, что их как раз прислуживают в другом. Они сюда прям приезжают, уезжают. Очень классно, можно сразу вот так вот на пляж пойти. Мне нравится здесь гулять, ну, не одной, конечно, потому что это действительно понравилось, восхитительно. Здесь, конечно, и разные и магазины. Дешевые. Я вам так скажу, те, кто хотят пошопиться, да, можно всякие такие развлечения, духи, ну, много всего разного, абсолютно разного можно найти. Ну, у меня цель была другая, сегодня погулять, искупаться, насладиться днем, вечером. Я люблю вообще эстетически, да, наслаждаться и зрительно. Обстановка была психически, чтобы нормально. Разные, конечно же, к вечеру есть люди, кто греется. Там никто, ну, комфортно. Не такого, что кто-то там напрягал или что-то там. Я рассказывала как-то последний раз у меня детей, я что-то в шоке была. Люди перемерзли. Ну, как-то в этот раз. Ну, вообще, как в принципе, всегда хорошо. Конечно, я еще не была в клубе сегодня, не помню, в клубе там понятно, что народ туда идет чисто гулять, пить, но при этом ничего не говорит. Ничего не имею против, могу сама немножко выпить. Ну, главное, как говорится, если вы прилично, не знаю, от бокала вина и не надо, что какой-то будет поможет. Ну, это уже отдельная тема. Как-то здорово. Те, кто не был, обязательно съездить. То есть не обязательно, я говорю, прям шопиться, как некоторые говорят, мы не хотим шопиться. Можно просто погулять. В ресторан тоже не обязательно. Куда сходить? Нет, нужно просто на улице. Вот эти вот ракушки даже не так дорого. Это взять какие-то мидии, которые вот эти вот уличные кафе, да, и посидеть, попить пиво. Там, ну, пиво холодно, чисто, что-нибудь другое. Но все равно, да, все равно будьте аккуратны. Конечно, там же ресторан, целое хорошее вино, но тема отдельная. Делаем, чтобы не было меня с ними. Я теперь шучу, конечно. Но оставлять желать лучше.
услышим.